Սալիկների նոշ, բազմազան և ժամանակակից տեսականին, արդեն իդեալ համակարգում է։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մայիսի 14-ին Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը, նշել է, որ սա կարևոր հնարավորություն է զարգացնելու առաջընթացը Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո։ Թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն կզրուցենք ուկրաինացի միջազգային ագետ Իլյա Կուսայի հետ, կզրուցենք Կիև տեսակապով։ Добрый день, Илья, вы в эфире. Как слышно? Добрый день. Добрый день. Хорошо слышу. Пресс-служба Европейского совета официально уже подтвердила, что 14 мая в Брюсселе при посредничестве Шарля Мишеля состоится встреча лидеров Армении и Азербайджана. Также обсуждение продолжится встречи с президентами Франции Эммануэль Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на предстоящем саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня. Как вы оцениваете предстоящую встречу? Можно ли считать, что это продолжением Вашингтонского трека? Да, однозначно это продолжение американской инициативы. Соединенные Штаты и европейские союзники действуют в этом плане здесь в тандеме в попытках, собственно, они преследуют здесь две цели, да, то есть выйти на такое урегулирование, которое бы позволило не допустить эскалации в регионе Южного Кавказа, чего сейчас странам Запада не нужно. И, с другой стороны, уменьшить российское влияние на региональные процессы, что также является стратегическим интересом как Соединенных Штатов, так и Европейского Союза, в том числе в контексте недопущения эскалации, потому что Россия, очевидно, как раз и не против расшатать ситуацию в регионе, тем самым отвлекая страны Запада от той же там войны в Украине и других процессов, где они соперничают на самом деле. Поэтому да, я думаю, что это логическое продолжение того, что началось в Вашингтоне. Как бы у меня там каких-то особых ожиданий нет пока что. Надо подождать, посмотреть, собственно, как все пройдет. Потому что это не первая инициатива, я думаю, не последняя. Ну, переговоры сложные. И посмотрим, как все будет. А как бы вы вообще назвали переговоры в Вашингтоне? Назвали бы это прогрессом или как? Или уже то, что сам процесс возобновился, это уже важно? Ну, конечно, важно, что вообще приехали и разговаривают в целом. То есть понятно, что то, что переговорный процесс не стоит на месте, это, наверное, лучше, ну, это больше плюс, чем минус, конечно. Но, судя по заявлениям, результата какого-то там, результаты скромные в лучшем случае. То есть я не видел каких-то там заявлений, которые бы свидетельствовали о том, что найден какой-то там прорыв совершен или найдена какая-то формула, которая всех удовлетворяет. Я думаю, что просто нужно еще время, и пока что Соединенные Штаты готовы, в общем-то, даже дальше вовлекаться в этот процесс, пытаясь перехватить инициативу у России и возродить как бы переговоры на тех принципах, от которых Россия, собственно, отказалась, когда в ситуативном партнерстве с Турцией в 2020 году решила разделить сферы влияния на Кавказе и, в общем-то, потеснить там ту же Минскую группу ОБСЕ, которая много лет занималась урегулированием. Есть мнение, что вашингтонская инициатива не увенчается успехом, поскольку в это дело не вовлечена Москва и не как посредник, а Москва является именно одной из заинтересованных сторон в этом процессе. И поскольку нет контакта и нет возможности посадить за один стол Запад и Россию, то в этом деле тоже не будет прогресса, пока не установится ситуация, конкретика не будет именно на украинском фронте. Ну, скажем так, тут же вопрос зависит от, в первую очередь, сторон конфликта. То есть Россия один из внешних стейкхолдеров, безусловно, но я не считаю, что там от нее все прям зависит. Да. То есть понятное дело, что интересы России и США, они диаметрально противоположны, поэтому они не будут разговаривать между собой, тем более в нынешнем контексте, понятно. Потому что война в Украине, она обострила их соперничество еще больше, она привела к тому, что их отношения свелись практически к нулю. И на таком фоне они, конечно же, ничего решать не способны. Я думаю, даже вот на таком уровне у них сейчас как бы коммуникация поломана.
Но я думаю, что в первую очередь все зависит от воли, собственно, Азербайджана и Армении в первую очередь. То есть если обе страны при западном посредничестве решат там, идти дальше, да, то есть какие-то принимать решения, я не думаю, что российский фактор будет как-то... Ну, то есть я не думаю, что у России есть возможности в одностороннем порядке вот заблокировать любую инициативу, особенно если будет воля со стороны с двух сторон, да еще и поддержка стран Запада. Потому что Россия сейчас очень сильно вовлечена в войну в Украине, она зациклена на ней. У них нет, на мой взгляд, дополнительных ресурсов для того, чтобы серьезно маневрировать по вопросам Южного Кавказа. Они это прекрасно понимают, и я думаю, именно поэтому западная дипломатия сейчас так активно включилась в этот процесс, именно вот после начала войны в Украине, потому что они понимают, что сейчас тот момент, когда российское влияние само по себе уменьшилось в какой-то степени, ну понятно, оно не исчезло, мы не об этом говорим, но тем не менее они сейчас... У них намного меньше пространства для маневра, чем было до войны. Все это прекрасно понимают, поэтому Соединенные Штаты и их европейские союзники пытаются именно сейчас склонить стороны к переговорам, к какому-то хотя бы промежуточному решению, которое бы позволило в первую очередь уменьшить российское влияние, а потом, возможно, даже предметно говорить о каком-то там долговременном урегулировании, если до этого дойдет. А насколько Азербайджан вот согласен на урегулирование конфликта? Насколько это в интересах Азербайджана? Потому что в данной ситуации очень выгодное положение находится именно Азербайджан в плане того, что он может применить тактику салями, учитывая вот невмешательство и ослабление позиций Москвы. Я думаю, здесь много зависит от разных факторов. То есть... То, что Азербайджан согласился на переговоры и, в общем-то, ну, не строит никаких демаршев там, или еще какие-то там, каких-то резких заявлений не было с его стороны, что, мол, это все не нужно, показывает, что в Баку нет уверенности, что у них как бы все, вот, то есть они могут продавливать любое решение, которое им хочется. Потому что, во-первых, на данный момент у них существует ситуативное партнерство с Россией по вопросу вот как раз давления на Армению в темах, связанных с транспортными коридорами и вот этими вот проектами Зангежурского коридора, так называемого, и так далее. Но мы видим, что ну, уже давно эта тема развивается и как бы пока что без особых результатов. То есть Россия многого не может обещать Азербайджану. И опять же, по той причине, которую я описал, у России ограниченные ресурсы, у них есть рычаги давления на Ереван, но, видимо, недостаточно, чтобы полностью склонить его к тому решению, которое им хочется. И, ну вот, ну то есть, как бы, есть какие-то моменты, где они могут помогать, но они не могут дать гарантию того, что вот будет так, как, например, хочется Азербайджану, ну и, конечно, России вместе с ними. Второй фактор – Турция. В Турции скоро выборы, я так понимаю, что и в Азербайджане тоже следят за ними и понимают, что ситуация там пограничная, то есть нет никакой гарантии, что Реджеп Тайип Эрдоган останется на посту президента. Вообще непонятно, что будет в Турции, учитывая, насколько маленький разрыв между кандидатами и насколько очень сейчас такая эмоциональная атмосфера там. То есть я, например, вполне себе, я считаю, что высока вероятность некоего политического клинча или кризиса в результате, например, если какая-то из сторон не признает выборы. Ну, в общем, там ситуация очень сложная. И, ну, еще до выборов Турция как бы начала немного отходить от такой безоговорочной поддержки Азербайджана по всем пунктам, вообще по всему, чего они хотят. Да? То есть у Турции прагматизировалась в этом плане линия, в том числе из-за того, что им понадобилась и финансовая, и экономическая помощь того же Запада, с которым они не хотят полностью ссориться. Сейчас, когда еще на носу выборы, которые Эрдоган может проиграть, в Азербайджане не уверены, что Анкара будет вот прям 100% поддерживать, там, например, новую эскалацию, если они захотят решить вопрос силой. А без Турции, без такой помощи, ну, я думаю, что Азербайджан не уверен в успехе, соответственно, ну, лучше разговаривать, чем там, стоять в какой-то позиции в изоляции и ничего не делать. Ну и третий фактор, я вижу, что многое зависит на самом деле от того, как будет, что будет с энергетическими поставками в регионе, потому что сейчас обсуждают опять новые санкции
со стороны Европейского Союза по российскому энергосектору, которые могут затронуть в том числе вот поставки российского нефти, там, газа, в том числе по тем региональным цепочкам, которые существуют, ну и там, через Азербайджан, и через Турцию. Я не знаю, дойдет ли до этого или нет, но вопрос в том, что из-за санкций роль и функционал Азербайджана как такого ключевого и одного из крупнейших хабов для транспортировки там, газа и ну, энергоносителей в Европу, она сейчас немножко уменьшилась. Соответственно, им нужно придумать какой-то новый функционал, который можно продавать на Западе. Да, но они это успешно делают, они продают антииранские настроения Западу. Да. Да, это одна из их попыток. То есть я, собственно, думаю, что из-за этого они начали вот эту играть игру, типа, что мы будем сотрудничать с Израилем против Ирана, а Иран это враг Соединенных Штатов, поэтому, ну, то есть, да, они играют на этом. Но, опять же, в Штатах скоро выборы. Что, как поменяется политика, поменяется ли вообще политика относительно Ирана, особенно в свете недавней нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией. То есть мы видим, что арабские союзники США, они-то по-другому смотрят на Иран, и они там не спешат с ним воевать. Поэтому мне кажется, что просто в Азербайджане нет уверенности, что у них за спиной будет достаточно легитимности и поддержки, ну, решить вопрос там, в одностороннем порядке, например, с применением силы. И как мы видели в предыдущие разы, когда была эскалация между Азербайджаном и Арменией, все эти разы заканчивались ну, либо ничем, ну и ничем, плюс осуждением Азербайджана со стороны большинства стран. Да, но в то же время военные силы Азербайджана стоят на суверенной территории Армении, в то же время Лачинский коридор закрыт, в то же время КПП установлен, и мы не видим того давления в виде санкций, которые ожидаются очень многие, учитывая международное право и всякие конвенции. Да, конечно. Не, ну мы же должны, конечно, всегда учитывать, что реальная политика, она всегда имеет место. То есть не все то, что написано на бумаге, к сожалению, выполняется. Вот ну, в Украине мы это все видим на практике. Да? То есть когда Россия просто делает, что хочет там, то есть казалось бы, ну нельзя же вторгаться и оккупировать территорию. Но они это делают, потому что они считают, что они правы. То же самое и здесь. С точки зрения международного права, Азербайджан в проигрышной позиции, потому что, в принципе, есть официальная позиция большей части стран НАТО и Европейского Союза и Соединенных Штатов, есть решение Международного суда по поводу Лачинского коридора того же, по-моему, февральское, если я не ошибаюсь, в феврале было решение о том, что они должны разблокировать его, что они нарушают международное право. Есть европейская наблюдательная миссия, которую отправили на границу Армении и Азербайджана, и, собственно, это тоже очень важный сигнал со стороны Запада. И есть вот эта челночная дипломатия со стороны Вашингтона и Парижа, как минимум, которые пытаются затянуть в переговоры, и мы видим, что Баку идет на эти переговоры и как бы не виляет, по крайней мере, пока что. Но ясное дело, что это не означает, что вот если кто-то принял решение, то все там подняли руки и такие, ну ладно, раз Международный суд принял решение, конечно, мы ничего не будем делать. То есть все равно происходит столкновение интересов, все равно есть момент реальной политики. Понятно, что у Азербайджана есть свои лоббисты, конечно же, которые на Западе как бы рассказывают свою историю и пытаются противодействовать риску введения против него санкций. И, ну, в общем-то, это как бы не секрет. И понятное дело, что вот сейчас это одна из ключевых причин, почему Азербайджан пытается придумать себе функционал, который можно продать на Западе, например, антииранский. Потому что они считают, что ладно, раз у нас там все плохо с демократией, там, с правами человека, есть проблемы, связанные с вот этими вот обвинениями в агрессии против Армении, но хотя бы мы будем, мол, таким ситуативным партнером Запада против Израиля, против Ирана, и через эти страны можно будет тоже лоббировать, например, там, не введение санкций. Ну, то есть, опять же, это то, как работает политика. Меня в этой истории всей как бы больше интересует, вот, ну, а какой функционал будет продвигать Армения в противовес? Потому что я, к сожалению, пока не вижу ничего, никакого прогресса в этом направлении. А вот этот вот визит премьер-министра Пашиняна в Москву сейчас на 9 мая меня вообще немного поражает в этом плане, потому что, ну, получается, выглядит картинка вот во всем этом контексте, который мы с вами сейчас описали, да, оно очень все выглядит очень странно и в таком, ну, не очень приятном свете.
Армен Григорян, секретарь Совета Безопасности Армении, заявил, что они подпишут мирный договор везде, где это возможно. На вопрос относительно, есть ли у Еревана предпочтительная площадка для переговоров. И в то же время заявил, что на предстоящих переговорах в Москве новых тем не предвидится. И то есть будет то, что обсуждалось в Вашингтоне, это будет продолжаться. Ну да, то есть я так понимаю, что ну, в Москве, ну когда это было, в начале года или в конце прошлого года пытались такие же переговоры организовать, и вроде же приезжали лидеры государств в Москву, но у них ничего не вышло, а вот сейчас американцы перехватили на себя инициативу, будут пытаться с этим что-то сделать. Россияне ну, заняли вот такую позицию выжидательную, будут смотреть, как это все, чем это все закончится. Только будут смотреть, потому что Москва, да, действительно, сегодня ослабла достаточно, но у нее достаточно сил, чтобы сделать больно. И продают. Ну, они делают. Вот эта же вся история с блокированием коридора и при миротворцах, которые ничего не делают, это же мы же должны понимать, что это все происходит. В том числе при попустительстве Кремля. Поэтому ну, они не то чтобы сидят там, ничего не делают. То есть вот их ситуативная спайка с Азербайджаном с целью давления на Армению, вот она же, как бы, то есть она эволюционирует, то есть какие-то там происходят события. Но сейчас, я думаю, они будут перехватывать переговоры, если они провалятся. Вот если сейчас на Западе, например, этот трек ничего ни к чему не приведет, наверное, они опять начнут выходить с инициативой, мол, давайте вы опять к нам приедете, мы тут расскажем. А при каком раскладе вот западный трек может провалиться? При каком раскладе? И кто будет инициатором, по вашему мнению? Азербайджан? Если стороны не договорятся, я же не знаю, как оно там внутри происходит. К сожалению, не могу этого видеть, слышать, но ну, не заканчивается автоматом успехом. То есть все зависит от того, что предлагают, на что согласны стороны, на что они не согласны. Какая политическая ситуация внутри стран, потому что, понятное дело, ну, тот же Алиев, например, я уверен, что он исходит и из внутриполитической повестки своей, в том числе, потому что есть элиты, которые на него давят, ну, как бы, с просьбой продемонстрировать хоть какие-то как бы успехи, чтобы как-то ну, логически закончить то, что он там когда в 2020 году объявил победой. И поэтому, ну то есть я думаю, то есть это все очень такой сложный процесс, который ну, он ничего никто не гарантирует. То есть Запад делает все возможное для того, чтобы организовать переговоры, выступить посредником и привести стороны к какому-то решению. Их устроить даже промежуточное, например, временное решение, там, ну, не решить все подряд там, в один раз, а хотя бы временно, например, стабилизировать ситуацию, чтобы не было эскалации. Мне кажется, вот это главный интерес Соединенных Штатов и союзников, не допустить очередной дестабилизации ситуации в результате, там, ну, например, силовых действий там, Азербайджана очередных против Армении или в районе. Пока прояснится ситуация на русско-украинском фронте, то есть это временное промежуточное решение. Ну, либо так, либо, ну, пока не удастся там потом сделать еще один шаг, да, то есть я думаю, что это все должно занять просто какое-то время, то есть либо до момента, когда станет ясно, что будет с Россией, или там, ну, в том числе это связано напрямую с тем, что будет с войной в Украине, или до того момента, когда стороны там сами не захотят, например, ну, как-то расширить там переговоры и выйти на какое-то более длительное урегулирование. Но это все уже такие как бы вещи, ну, то есть насколько можно, мы же понимаем, что эти вопросы не решаются быстро и просто, поэтому я думаю, что да, то есть план минимум это выйти на договоренности, которые гарантируют, что российское влияние не будет доминирующим, гарантируют, что хотя бы в каком-то, хотя бы в краткой и среднесрочной перспективе в регионе не будет очередной вооруженной эскалации и гарантирует возвращение тех переговорных форматов, от которых отказались, ну вернее, из которые были отодвинуты на второй план Россией и Турцией по итогам войны в 2020 году. Спасибо, Илья, за комментарии. Будем следить за продолжением событий и за встречей, которая состоится и в Москве, и в Кишиневе. Спасибо.
Նշեմ, որ օնլայն տեսակապով մենք զրուցեցինք Կիև և զրուցեցինք Ուկրաինացի միջազգային ընկերտ Իլյա Կուսայի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին դրատվական եթերում։